Всем привет! Вы на канале Workout, меня зовут Катя, и сегодня я вам покажу свой любимый комплекс на пресс с акцентом на низ. Так называемый нижний пресс сложнее заставить работать, но грамотно составленные тренировки в сочетании с правильным питанием помогут вам достичь желаемой цели. Первое упражнение – обратное скручивание. Исходное положение – лежа. Поясничный отдел плотно прижат к полу. За счет напряжения мышц живота медленно поднимите ноги вверх, образовав прямой угол с корпусом. Затем приподнимите таз как можно выше над полом и задержитесь в этом положении на пару секунд. Ноги должны быть направлены вертикально вверх. Плавно вернитесь в исходное положение и повторите движение снова. Для начала достаточно 15 повторов, затем их постепенно следует увеличивать до 40. Подъем ног из положения лежа. Лягте на пол. Руки положите вдоль тела или за головой. Поднимите ноги до положения перпендикулярно туловищу, затем медленно опустите, но не до конца. Новичкам лучше делать это упражнение с согнутыми в коленях ногами, чтобы уменьшить нагрузку на поясницу. Сделайте 10-15 повторов, а затем постепенно увеличивайте до 30. Третье упражнение – подъем ног на 30 градусов. Исходное положение тоже. Попеременно поднимайте ноги на 30 градусов за счет мышц пресса. Не делайте рывков. Движения должны быть плавными и подконтрольными. В поясничном отделе не допускайте прогибания. В противном же случае опускайте ноги не так низко, чтобы поясница не отрывалась от пола. Для начала будет достаточно выполнить движение 10-15 раз каждой ногой. Следующее волшебное упражнение на пресс знакомо всем из детства – велосипед. Лежа на полу, руки положите за голову и слегка приподнимите плечи над полом. Поочередно тянитесь правым локтем к левому колену и наоборот. При этом свободная нога должна быть выпрямлена и находиться строго параллельно полу. Подбородок не прижимайте, шею не напрягайте. Живот держите втянутым и напряженным, дыхание ровное. Ехать на велосипеде нужно в течение 20 секунд, или же можете выполнить смену ног 15-20 раз. Завершает комплекс упражнения «Баланс». Приподнимите выпрямленные ноги над полом под углом 45 градусов и удерживайте их в таком положении в течение 10-15 секунд. Дышите спокойно, спину держите ровной. В верхней точке старайтесь максимально напрягать мышцы пресса, удерживая таким образом положение тела. Вернитесь в исходную позицию. Начните практиковать упражнение с 10 раз и постепенно увеличивайте до 20. Выполните 2-3 круга, и ваши мышцы будут гореть. И не забывайте про нервно-мышечную связь. Выполняя то или иное упражнение, вы должны сознательно и подконтрольно включать целевые мышцы. А я напоминаю, что если вы хотите тренироваться эффективно и научиться питаться правильно, знакомьтесь с нашим дистанционным курсом «Я могу». На сегодня у меня все. Надеюсь, вам понравилось это видео. До скорых встреч и увидимся совсем скоро. Пока-пока!